ведьмак, насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? 5 дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Следа. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили? Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленой сошлась, с женой мясника. Спасибо. Попробую ее найти, но ничего не обещаю. Здравствуй, ты Гляна? Я. У меня на продажу только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. На самом деле я хотел поговорить про Гану. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке? Не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. В последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Спасибо, будь здорова. Дедушка, дедушка, ну смотри, скажи нам, дядя, про что? Ну и меч. Мой тятя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Я хотел спросить про Гану. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя, ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюкву, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синяк не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Нелен не боится. Но так ведь он охотник. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Она впереди шла. Я ее не видел. Спасибо. Будьте здоровы. Да?
Ведьмак? Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе 2 раза постолько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллин примирился с этим и начал жить заново. Странная просьба. Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллина, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Следы когтей очень глубокие. Запах разлагающегося тела буквально разорвал ее на всюду кровь. Точно волколак. Надо быть начеку. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Забрался на дерево, да не залезу, не залезу. Может, на земле еще что есть? Клок шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно.
мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу?